у червоний кут гексагону запрошується боєць із Марокко Хусейн Бахан. О, je me présente Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui parasite ta touffe. Pourquoi tu l'ouvres? Toi, qu'est-ce que tu prouves? Ta carrière je crève, comme un Aquanikov. Vas-y tu me couvres, trois caches sur un convo, mon flow dans ta cove. J'attends ça les achève, le son t'achève, danse comme un cheval. Ici pas de philosophe, ça arrive pas trop de œuvres. Ça rêve t'es pas l'ouvre, touche la tête des youvre, les bourgeois deviennent ouvre. J'ai mis de pauvre, ça vient de les ouvre. Pas de son par les devants, je parle pas la langue de bois. C'est Rouskov, c'est le négal au tamba. Ton style est trop pauvre, moi Hamdoullah Sava. La merde dans ton paquet, l'horreur, moi c'est Chucky. Flow trop paraqué, j'mange tôt comme les hackers. J'glisse comme un ski, au top comme Shaoki. Lève tôt comme les prostèses, l'aile mange pas de GS. Toujours le pile au fétiche, au McDo, bitches. J'contrôle mon PS, mais mon période de crise. La lame, j'ai KS, le TR, j'maîtrise. Moi j'suis pas la PS, je pèse le champ PS. J'te le dis en toute franchise, ton flow il pue la PS. J't'effonce comme une pierre KS, t'es keuf dans ta DS. T'as trouvé ton rock. Faut que je te dis, est-ce que t'es mon VS? Je me tape jamais la VH. Ma tête est mise en prière. Je m'en VH. Le rap français sur moi a mis une VH. Vas-y, créé. Molotov, K. G8, c'est le CE. Travail à BK. Запрошується боєць із України Олександр Фетонов.
Шановні та панове, у червоному куті боєць із Марокко. Він представляє клуб Fighters Team із Марокко. Гусейн Бахар! У синьому куті боєць із міста Дніпро. Він представляє клуб Ярость із Дніпра. Олександр Федонов! Рефері в гексагоні Микола Бурля. Топ у нас по углам. Итак, дорогие друзья, у нас просто сумасшедший ожидаемый поединок. Это Федонов Александр, который представляет клуб «Ярость». Он тренируется у бывшей чемпионки WWC Алены Росохиной, которая одержала свою первую победу One Championship. Очень хорошая школа, и противостоять ему будет молодой Хусейн. Отметим, что Саша тоже молодой, ему только 21 год. 21 год, но опыта у него больше, уже куча опыта, и мы за него знаем. Да, есть перевод, и уже сверху оказывается сейчас Хусейн. Слушай, у Зазы, у воспитанников Зазы хорошая борьба. Хорошая борьба. Да. Так сказать, национальная. Пытается сейчас. Пытается свиповать Саша. И... Есть, накидывает треугольник. Есть попытка треугольника, да, уже просунул ногу, сейчас будет подтягивать к себе левую пятку, вот он, да, берет себя уже плотнее левую голень, чтобы подтянуть ногу на треугольник. Плотно очень зажимает сейчас. Пытается там хоть как-то развернуться Хусейн, но... Уже довольно плотный замок сейчас будет. Очень плотный замок, ты смотри, он пытается отвечать, наносить удары. Есть армбар и... Пытался, смотрите, дотянет он амбар, слушай, очень опасный момент сейчас для Хусейна. Это арм-триангл. Да, слушай, и дальше продолжает атаковать треугольником. Напряженный момент, действительно. Так обрадовались представители. Да, есть отключка, это досрочная победа. Досрочная победа от Александра Федонова. Слушай, вышел и разобрал, просто идеально разобрал. Чувствуется опыт, несомненно, да, он тоже является молодым спортсменом, но опыт, и там, где он дрался, да. Выступал в Китае, он против горшечника какой сложный бой провел. Ты посмотри, что он делает, показывает треугольник. Слушай, великолепно. Да, несмотря на свой юный возраст, видно, что Саша уже довольно опытный, довольно такой прожженный боец, который много повидал, и его уровень растет, мне кажется, что год-два, и это будет просто феноменальный... Феноменальное открытие, скажем так, для Украины. Да. Пока приводят. Давайте підтримаємо наших бійців. Це було дійсно видовищно. Дуже видовищно. Ну що ж, пані та панове, на першій хвилині 24 секунді першого раунду задушливим прийомом перемогу здобуває Олександр Федонов, місто Дніпро, клуб «Ярость». Олександр, пару слов. Саш, поздравляю тебя с такой быстрой, домінуючою победой. Для тех, кто не знает, Александр тренируется в клубе «Ярость» у нашей бывшей чемпионки Алены Росохиной, которая одержала свою первую победу One Championship. Аплодисменты! Саш, ты невероятно молодой, амбициозный и талантливый боец. Сейчас расскажи про этот треугольник, как ты пытался его дожать, и расскажи про сам финиш, и, если можно, режиссеров, повтор данного сабмишена. Секундочку. Джиу-джитсу бразильская, в принципе. Вот закрыл треугольник. Смотрю, ручка есть. Голову вытянул, не получилось. Вот. Сейчас дойдет до момента. Вот здесь. Сжимаем колени вместе. И добавляем руками еще усилия на шею. Все. Уже никуда не деться. Даже если он будет замок держать руками, дойдет по-любому. В какой момент ты почувствовал, что он отключился? Ни в какой, просто давил. Давил, пока не уснул. А что делать? Отличный комментарий. Я тебе желаю удачи. Последний вопрос.
Что дальше у такого молодого и перспективного бойца? Карьерный рост только. Будем идти дальше. Повыше, повыше пояса забирать. И тому подобное. Кого бы хотел поблагодарить? Благодарю. В первую очередь тренер Алена Росокина. Очень крутой тренер. Прям с головой думает, как поднести тренировки, как подготовить бойца и тому подобное. И большое спасибо брату, большое спасибо коллегам, которые со мной тренировались, готовились. Их было, конечно, не так уж много, но мы старались как бы готовиться с кем было. Вот так. Спасибо тебе большое. У тебя огромнейшее будущее. Александр Финонов, аплодисменты. Ваше Облачко.